Новый год в новом доме. Большая семья в Мстиславском районе празднует новоселье. Это очередное доброе событие благотворительного марафона «Наши дети». Супруги вместе с тремя приемными детьми встретят праздники в просторном двухэтажном доме. Он куда просторнее их прежней квартиры. Здесь 7 комнат. Теперь у каждого воспитанника есть свой уголок, где можно делать уроки и заниматься любимым делом. Резьбой по дереву, алмазной вышивкой и рисованием. Семейный дом в агрогородке Рязанцы расположился прямо напротив школы. Дом просторный, вот, для такой дружной семьи, большой, вот, будем все обживать, вот, чтобы все было уютно, тепло. Приемными родителями Светлана и Валентин работают 14 лет. В семейном детском доме уже есть 3 выпускника. Вырастили и 2 сыновей. Сейчас на воспитании 2 Карины, Женя и самая младшая Арина. Внимание дать, ласку, любовь. Насколько мы сможем, все отдадим и примем еще деток. Мы знаем, что еще детки у нас будут. Открытие этих таких домов семейного типа – очень важная государственная задача, которую мы решаем в Могилевской области, поскольку не должно быть детей, которые будут лишены родительской любви, тепла, уюта. 2 комнаты пока пустуют, но после новогодних праздников у семьи появится еще один приемный ребенок. Всего в регионе 53 таких семьи. В них воспитываются более 400 детей. И число тех, кого усыновили, растет.